Позади трехмесячный марафон и три этапа конкурса, в которых пять димитровградских семей демонстрировали интеллект, знания истории своих предков и спортивные способности. Наступил финал в зале группы поддержки и, конечно, жюри. Последнее задание конкурсантов – показать визитные карточки. Практически все рассказывали о своей семье, традициях, увлечениях в стихотворной форме. Все участники конкурса показали себя достойно, яркие, неунывающие, энергичные и творческие. При подведении итогов жюри учитывало результаты всех предыдущих туров. Самое главное в любом соревновании, в любом конкурсе – это, наверное, не столько победа, сколько дружба, уверенность друг в друге и процветание ваших семей в дальнейшем. Пятое место заняла семья Тиханович, на четвертом месте – Никитины. Диплом третьей степени получила семья Корнилова, второе место – у Елисеевых. Звание «Семья года» удостоена семья Назировых. Помимо денежного приза – 50 тысяч рублей – победителям вручили переходящую хрустальную ладью. Виталий и Татьяна работают в НИАРе, сын Тимур пойдет в первый класс. Очень счастлива. Это был длинный марафон, но удивительный. Удивительный по своим впечатлениям, по эмоциям, по тому настроению, с которым мы проходили этот конкурс. Все было настолько замечательно, я думаю, теперь нам его просто будет не хватать. Арина Макарова, Евгений Ерофеев, новости Димитровграда.